победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Услышь меня из глубины времен. Ты мой родной, мой легендарный прадед, и с высоты на мир спасенный глядя, найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк, ведь память о тебе для сердца свята, и помнить подвиг каждого солдата для правнуков победы высший долг. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк. Пусть станет строй народ моей страны, пусть помнят села, города, станицы, своих героев правильные лица, великого достоинства полны. Что слава их пережила века, что помнили об этом наши дети, что знали цену той святой. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наше пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наше пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы наши пламя. Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк. Пусть станет строй народ моей страны, пусть помнят села, города, станицы, своих героев праведные лица, великого достоинства полны. Что слава их пережила века, что помнили об этом наши дети. Праздников у нас, хороших праздников немало, но повторяю каждый раз, что этот день всему начало, что без него, что без него, и счастье мира мир не ведал, и не было бы ничего, когда бы не было победы. Победа, победа расцветает ввысь, салюты, салюты над отчизной. Победа,
победа — это значит жизнь. Цена победы — жизни жизни. Об этом забывать никто не вправе, и пока мест солнце встает над миром, верю в то, что память сердце остается. И 60, и 1000 раз потомки повторят, как деды, немало праздников у нас. Но самый главный день победы — победа, победа расцветает ввысь. Салюты, салюты над отчизной. Победа, победа — это значит жизнь. Цена победы — жизни, жизни. Победа, победа расцветает ввысь. Салюты, салюты над отчизной. Победа, победа — это значит жизнь. Цена победы — жизни, жизни. Победа, победа расцветает ввысь. Салюты, салюты над отчизной. Победа, победа — это значит жизнь. Цена победы — жизни, жизни. Года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы я солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помню прадеда я, орденами его дорожу. Что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у кремлевской стены. Нашу память хранить, словно прочная нить, что связала с годами войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Хочу, чтобы яркое солнце светило,
героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Отмечаем 70-ю годовщину со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне. С праздником вас, дорогие хлевенцы! С днем Великой Победы! От всей души разрешите пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. Торжественный митинг, посвященный празднованию 70-летия Великой Победы, объявляется открытым. Предоставляется начальнику отдела военного комиссариата Липецкой области по Хлевенскому району Павленко Андрею Вячеславовичу. Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые хлевенцы, 9 мая наша страна отмечает 70-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. 70 лет назад полным разгромом фашистской Германии была завершена тяжелая, кровопролитная в истории человечества война, которая решала судьба нашей страны и всего мира. С каждым годом уходит прошлое победное мая 45-го года. Но память о бессмертном подвиге советского народа навсегда останется в наших сердцах. В этот день мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в жестоких боях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Память об этих жертвах бессмертна. Бессмертно величие. Гордость народная. Наши деды и отцы не пожалели своей жизни ради чести и свободы. Они были едины и отстояли свою отчизну. Их имена навечно зачислены в героическую летопись этой войны. И наша задача не допустить осквернения и угнетения этой памяти. Не допустить пресечь попытки подорвать патриотизм нашего народа. Свою лепту внесли жители Хлевенского района. Более 12 тысяч из них было призвано и отправлено на фронт. Четверо стали героями Советского Союза. Трое полными кавалерами орденов «Слава». Но не все дошли до светлого мая 1945 года. 5144 человека сложили голову за то, чтобы мы жили в мире, не знали войны, и наше будущее, наших будущих детей было в мире. Низкий поклон им за мужество, за ратный подвиг. Прошу почтить память павших минутой молчания. Поздравляю вас всех с этим светлым праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Слово для выступления предоставляется капитану первого ранга, подводнику, академику Петровской академии наук и искусств города Санкт-Петербург, члену правления Общероссийского союза писателей «Воинское содружество» Березневу Анатолию Тихоновичу.
Дорогие хлевенцы, сердечно поздравляю вас с праздником, с великим праздником, с нашим праздником, 70-летием Великой Победы. Для нас это особый праздник, потому что и на Хлевенской земле было то сражение, которое вошло в историю борьбы советского народа за свободу и независимость великой нашей страны. Здесь, за Доном, тоже ковалась победа, когда враг в составе двух армий, если на Сталинград направлялась одна армия, то сюда направлялась две армии под командованием фон Вейкса. И они застряли здесь, на Хлевенской земле. 5-я танковая армия, которую поддерживала 104-я мотострелковая бригада, 167-я стрелковая дивизия, другие части и подразделения, остановили здесь врага ценой своей гибели. Да, 5-я танковая армия практически погибла, но она не допустила трагедии, как была под Киевом. Она не допустила, чтобы эти две армии рванули через два стратегических моста у села Дмитряшевка и города Задонска, и через эти мосты перепрыгнула через Донков и Лебедянь, вырвалась бы на просторы и вступила с востока уже на территорию нашей столицы. Не удалось им это, и вообще ни одной заразе не удастся нас поставить на колени. Что бы они ни делали, какие бы санкции против нас ни применяли, как бы ни желали они развалить Россию, не выйдет, потому что с молоком матери у нас чувство гордости за свою страну, любовь к отчизне, любовь к своей родной земле. Мы были, есть и остаемся наследниками Великой Победы. Слава тем, кто погиб. Бессмертная слава тем, кто дошел до Берлина, кто вернулся к мирной жизни. Мы помним всех, и коммуниста, который первым вступал в бой, поднимаясь в атаку, и комсомольца, и даже пионера, который собирал здесь колоски. Светлая память будет всегда с нами. С праздником, дорогие товарищи! Счастья вам всех, здоровья и успехов на благо великой нашей Родины, России Матушки! Светлая память еще раз погибшим людям! И честь и хвала тем, кто помнит! А вы сегодня видите, сколько людей пришли со своими дедушками, прадедушками. Вот это есть наша действительно память, это есть наша гордость, это есть наше будущее. Удачи вам! Слово для выступления представляется председателю районного совета депутатов Пожидаеву Владимиру Анатольевичу. Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла, дорогие земляки, разрешите сердечно и с большой благодарностью поздравить с 70-летним юбилеем Великой Победы. Великая Победа далась очень небольшими потерями, оплачена многими и многими миллионами жизней наших сограждан. Нет на сегодняшний день такого человека и такой семьи, которой не коснулась бы смертоносная рука Великой Отечественной войны. День Победы является своеобразным символом беззаветного мужества, стойкости, веры и терпения нашего народа. День Победы 9 мая является на сегодняшний день одним из государственных праздников, когда чувство патриотизма, гордости и благодарности людям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, слиты воедино и по-настоящему искренне. В эти весенние праздничные дни мы все приходим к памятным местам, обелискам, мемориалам, для того, чтобы склонить низко голову перед светлой памятью павших героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Имена павших героев не умрут никогда, они золотыми буквами вписаны в героическую летопись нашей Родины. Особые слова благодарности хочется в этот прекрасный день сказать нашим ветеранам и всем тем людям, кто пронес знамя победы от Москвы до стен Берлина. Не считаясь со своими силами, здоровьем и даже самым ценным собственными жизнями, спасибо за то,
и низкий поклон, что вы сохранили мирную жизнь для нас, для будущих поколений, для великой России. Особые слова признательности хочется сказать и в адрес наших тружеников. Именно вы все делали для фронта. И здесь и был главный девиз: все для фронта, все для победы. И в мирное время, послевоенное, на ваши плечи легла тяжелая ноша по восстановлению народного хозяйства, разрушенное врагом. За это вам огромное человеческое спасибо. День Победы – это светлый праздник и благодарная память о героях Великой Отечественной войны и самоотверженных тружениках тыла объединяет всех добрых людей в борьбе за идеалы добра и человечности. В этот майский день хочу пожелать в первую очередь всем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть небо над нашей землей будет мирным. С юбилеем, 70-летием Победы! Слово для приветствия предоставляется учащемуся 11 класса лицея села Хлевно Кочетову Дмитрию. Добрый день, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые хлевенцы! Сегодня мы отмечаем священную юбилейную дату. Я от лица всего коллектива лицея поздравляю вас с 70-м Днем Победы. Это не просто дата, страница истории или след памяти. Победа стала главной наградой за пережитые в годы войны, за подвиги и мужество, за потери и лишения. Победа возвысила нашу страну, прославила народ, сплотила и закалила его. Это она дала нам возможность мирно жить и созидать, позволила собраться и окрепнуть, помогла шагнуть в новое тысячелетие независимым и гордым государством. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вы отстояли наше право быть гражданами свободной державы. От лица молодого поколения благодарим вас за мирный и ратный труд, за мужество и выдержку, за то, что вы и сегодня рядом. Год от года мы все с большим волнением чествуем поколение. И наш священный долг – заботиться и оберегать солдат и тружеников тыла тех грозных военных времен. Ваше служение Отчизне позволило пережить народу и трудные военные времена, и годы напряженного подъема, восстановления страны, не просто сохранить, но и возвысить ее достоинство, влияние и величие. Уважаемые хлевенцы, вот уже 70 лет праздник Победы для нас самый главный, самый народный, самый родной. С праздником, дорогие ветераны, уважаемые земляки, с днем Великой Победы! Слава народу-победителю! Слава России! Слово для выступления предоставляется главе Хлевенского муниципального района Лисову Михаилу Алексеевичу. Уважаемые ветераны, уважаемые хлевенцы, уважаемые присутствующие гости Хлевенского района, мы сегодня все с вами вместе встречаем великую, знаменательную дату – 70 лет завершения Великой Отечественной войны. За это время, как говорится в народе, много воды утекло. Но вот с этой трибуны, отсюда, всматриваясь в ваши лица и видя вот эти фотографии, приходишь к такому рассуждению. А что бы, если это можно было вернуться в тот далекий 41-й и обойти стороной это страшное горе, которое накрыло всю нашу землю? И сколько бы было замечательных людей, и сколько бы было замечательных дел, не приведи Бог, конечно, вернуться в то время. А вот вернуть людей бы этих, это, конечно, было бы большое достижение. И, может быть, мы сегодня бы в целом в мире достигли наибольших вершин в своем техническом совершенствовании, в совершенствовании личности и так далее. Но, к сожалению, так оно уж есть. И опять же таки, анализируешь и смотришь, как после 45-го года, за такой короткий промежуток времени,
61 году наш Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос. Мы столько достигли за это время, и все это было сделано нашими людьми. Все это было сделано на благо того, чтобы восстановить народное хозяйство и дать возможность людям чувствовать себя людьми. И сегодня, защищая эти достижения, мы должны помнить, что только благодаря совместному труду, совместному стремлению к сохранению мира, мы можем добиваться больших высот. Понимая друг друга, слушая друг друга, прислушиваясь друг к другу и оберегая свое самое прекрасное и дорогое, что есть у человека. Это его родина. А начинается все с маленького. У нас с вами это Хлевинский район. Сегодня хлевинцы добиваются нормальных, хороших результатов в социально-экономическом развитии. А если бы не было таких вот потрясений, когда можно было, вернее, не нужно было отрывать средства лишние из бюджета на поддержание обороноспособности, мы бы могли достигать в совершенстве своем более высоких результатов. Но, к сожалению, мы должны понимать и знать, что только сегодня сильный, уверенный в себе человек, государство, страна могут уверенно быть за своих людей. Дорогие друзья, позвольте передать вам слова поздравления, приветствия от главы администрации нашей области Олега Петровича Королева, Павла Ивановича Путилина, который буквально за 15 минут до нашего с вами вот этого мероприятия позвонили, попросили передать слова благодарности всем людям, проживающим на территории сегодняшнего района, и ветеранам, и пожилым людям, и особенно нашей молодежи, в которой все мы вместе уверены, что будущее наше именно в их руках. И сегодня они добиваются определенных результатов в своем развитии. И большинство из них сегодня нас радует, оно относится к своему району, к своему населенному пункту, к своим родителям, к своим близким, к ветеранам, к молодому поколению, так, как положено цивилизованным людям. Я надеюсь, что мы все вместе с вами не подведем ни наше старшее поколение, ни наших маленьких жителей, а все сделаем для того, чтобы наш район соответствовал тому уровню, который должен сегодня предъявляться любому населенному пункту. Дорогие друзья, этот замечательный праздник еще замечателен тем, что мы верим в нашу родину, что мы все патриотически настроены и поддерживаем сегодняшнюю линию президента на то, чтобы наша страна была сильной, крепкой и мощной. И счастлив тот человек, который трудится сегодня, который живет на земле не только ради собственного своего благополучия, а который, как всегда во все времена, делает что-то для тех, кто живет рядом. И богат не тот человек, который сидит на мешках с деньгами, а богат тот, который действительно, имея эти средства, может их определять именно для того, чтобы рядом с ним люди жили лучше, имели возможность ощущать себя именно личностью. Дорогие друзья, примите самые искренние, сердечные поздравления от администрации района, районного совета депутатов, от ветеранского корпуса нашего, от всех, кто сегодня вместе с нами. Поздравляем вас с замечательной датой, желаем вам крепчайшего здоровья и благополучия, мирного неба, как говорится, над головой, и всего самого доброго в этот прекрасный майский праздник. Еще раз с Днем Победы! Слово для выступления предоставляется заместителю председателя Липецкого областного совета депутатов Мурузову Василию Христофоровичу. На месте. Стой. Далее. Уважаемые друзья, мы сегодня действительно вместе с вами в день 70-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией отдаем дань уважения всем нашим ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и тем, кто, к сожалению, не дожил до сегодняшнего дня,
которые в самые тяжелые и трудные времена для нашей страны отстояли ее независимость и внесли свой бесценный вклад в защиту своей Родины. Мы сегодня вместе с вами также обязаны отдать дань уважения и признания их стойкости, достоинства и беспримерной верности и любви к своей отчизне. Нынешнее поколение живущих, которое стоит перед нами, да и мы вместе с ними, подчеркивает их действительно тот бессмертный, славный подвиг во имя освобождения и защиты своего Отечества. Гордится ими и равняется на них. И я бы сегодня хотел бы подчеркнуть, самый большой подвиг, совершенный за всю историю человечества, это подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. И этим мы с вами гордимся. И это признает вся Европа и весь мир. Если вы смотрите телевидение, смотрите фильмы и те репортажи, которые ведут наши журналисты, то интернационалисты, воины, солдаты Америки и Великобритании признаются, что действительно самый большой вклад в разгроме фашистской Германии внес именно советский народ. Дорогие хлевенцы, вечная память погибшим, вечная слава живым. Я сегодня также вас искренне поздравляю с этим великим праздником. Желаю всем вам здоровья и благополучия, вашим семьям и вам. И действительно, как сказал Михаил Алексеевич Лисов, Хлевенский район сегодня занимает достойное место в нашей Липецкой области и в части социально-экономического развития, и в части решения всех тех тяжелейших проблем, которые существуют сегодня. Я искренне благодарен, что сегодня знаком со всеми ветеранами и тружениками тыла Хлевенского района. Я перед ними склоняю голову и говорю им еще раз великое вам спасибо за победу. С праздником, дорогие хлевенцы! Митинг, посвященный празднованию 70-летия Великой Победы, объявляется закрытым. Участники митинга, прошу вас приступить к возложению венков из живых цветов к обелиску и мемориальной доске Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Thank you.
кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Yeah.
родная моя русская земля.
вялую, вересковую душистую. И проснется нежный давняя, вспыхнет в сердце тихим пламенем. Здравствуй, я скажу желанная, знаю, ты давно ждала меня. Льняная, полотняная, оленья, журавлиная, родная моя русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине веселый полей. Сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, не подвластны небу дней. Не спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Летит
льет из неба вода, только небо с тобой. Лишь оно навсегда. Облаков острова, облаков паруса, там все наши слова, там друзей голоса. Ни любви, ни беды, ничего не дая, мы напротив всегда. Это небо и я. Дети войны набивались в теплушки.
войны, дети войны, дети войны. Головушки не теряй, пой,
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. По небу клин усталый, лети в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для день, и с журавлиной стаю я поплыву такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликаю всех вас, кого оставлю на земле. Собрался народ за него, на старой израненной битва гармонии вас русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихремился в русском вальсе сквозь года, мгновенно и смело солдатский воспет отзвучал, и вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А пальцовой посчастливой гармон свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихремился
святой и прекрасной был восторг крест и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех обвиняла весна. Весна самого года, так долго Дунай тебя ждал. Вальсовский на площади Вены свободной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри вешцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет. Я
Победы. Низкий поклон тем ветеранам, оставшимся, за то, что мы имеем. Мы их должны на руках носить и оберегать. И низкий поклон им еще раз. Поздравляем вас с праздником и послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие друзья, наш праздник продолжается. Вы сейчас с детьми можете пройти на нашу площадь у Центра культуры, где работает конно-спортивная школа. Можете покатать детей. Там работает детский городок, батуты, карусели. Пройдите туда. А вечером мы вас ждем в 9 часов на праздничное массовое гулянье, где мы можем выиграть приз и поздравить друг друга с праздником. А уже в 10 часов здесь, на этой площади, будет праздничный фейерверк. После фейерверка праздник продолжится на нашей площади у Центра культуры. С праздником вас! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял горох. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Каждого русского человека. 70-летие Великой Победы! С праздником Победы! С праздником весны и мая! Уже давно закончилась война. Она несла лишь горести и беды. Сегодня отмечает вся страна великий, славный праздник День Победы! А теперь мы приглашаем сюда 11 красивых девчонок и мальчишек, взрослых, 11, все, ура! Мы передаем буквы, на которых написано «С Днем Победы», но они у нас в разнобой. Сейчас они должны по нашей команде быстренько выстроиться в одно единственное красивое слово «С Днем Победы», а мы их поддержим, хорошо? Да, что так плохо, дата? Поддержим! Молодцы! Так, 3-4, поехали! С Днем Победы! Поехали на свои места! Все, подняли вверх! Ура! 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 С Днем Победы! Все вместе! 3-4! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! Молодцы! А теперь вы получаете на память ленточки георгиевские, ребята. Девочки, раздайте. Спасибо! Молодцы! А сейчас внимательно слушайте вопросы. У меня, видите, сколько призов в руках? Да? Сейчас девчонки будут вам задать, только близко сюда не подходите. Здесь слышно очень хорошо. Вот, девчонки будут задавать вопросы, а вы внимательно слушайте. Это все по истории. Хорошо историю знаете?
Молодцы, сейчас узнаем. Пожалуйста, Юля. Какие города после войны 1941-45 получили почетное звание «Город-герой»? Тихо, по одному. Севастополь слышала. Воронеж. Все, они сейчас все. Хлебное тоже, да? Так, тихо. Москва. Вот первый Москва сказал. Иди ко мне. Девчонки, как зовут вас? Вот мальчишка. Как зовут? Никита. Никита, какой ты город назвал? Ленинград. Так, тебя как зовут? Саша. Саша, какой город? Москва. Тебя как зовут? Настя. Настя, какой город назвал? Новороссийск. Дальше, как зовут? Яна. Яна, какой город назвала? Тула. А еще какие города знаешь? Москва, Ленинград, Сталинград, Москва, Ой. Москва, 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 еще раз Москва. Молодец! Вот за это, мы ей дадим сейчас приз. Держи приз. Молодец, говори все время. Москва, Москва, а мы будем давать призы. Так, кто у нас первый мальчик был? Так, держи, тебе приз. Тебе приз. А тебе даем вот такую красивую майку за то, что ты первый ответил нам про Москву. Все, с праздником, проходите дальше. Там всеобщей победы шел с улыбкой солдат на устах. Было все слезы, песни, пляски и объятья, и звонкий парад, и тюльпанов победные краски, и сияние военных наград. Салют победы! Он звучит, и усталость девалась куда-то, словно не было вовсе ее. И цветы раздавая девчатам, целовали мы их горячо. А салют рассыпался огнями, будто счастьем искрящихся глаз. Нам салют этот снился годами, и пришел долгожданный тот час. Салют победы никто не ведал, когда он будет, когда он прогремит. Салют победы над мирным небом. Пусть вечно во вселенной, пусть вечно во вселенной он звучит. Вселенной он звучит.
и манит, и дурманит меня. Лишь о нем я думаю, о нем. Вечером приду я на свидание, целоваться будем под окном. Ты черешня белая, расскажи мне про нее, про ее глаза и ее любовь. Ты черешня белая, расскажи мне про нее, про ее глаза и ее любовь. Очень нравятся твои мне косы и ресницы длинные твои. Будем целоваться у березы и черешня нас не осудит. И черешня белая, расскажи мне про нее, про ее глаза и ее любовь. Ты черешня белая, расскажи мне про нее, про ее глаза и ее любовь. Многим нравится. Хочу тебя укрыть, хочу тебя укрыть облаком. Мне б только рядом плыть, мне б только рядом плыть все в руку. Возьми судьбе моей, возьми судьбе моей, главное. Ты для меня теперь, ты для меня теперь главное. Все вместе! Ты мое сердце чистого золота, и я спасу тебя от холода. Чего дороже мне, ты
хочешь на воды, капли света в глазах моих. Эта ночь зажгла свои огни, фонари лишь для нас двоих. Принеси привет, я слышу твой голос, я ищу твой свет. Ты придешь из миражей, дневных и ночей, лунных из огней. Те, что подарили, семь звезд переливы. Я позову за собою свою мечту. Сколько зим минуло, сколько лет, сколько лет я тебя ищу. Я слышу твой голос, я ищу пошел. Ты придешь из миражей, белых и ночей, умных и за дней. Те, что подарили, все звезд переливы. Перелива звезд в океанах звезд, принеси привет. Я слышу твой голос, я ищу твой след. Ты придешь из миражей, дневных и ночей, лунных из огней. Те, что подарили, всех звезд переливы. Тогда в нашей стране День Победы, 9 мая, стал выходным днем. Тогда, год назовите. Нет. Еще называйте года. Под какой? Да вы что, 45-й, война закончилась. День Победы сразу. Какой? Нет. 1965-й. Иди сюда. 1965, все правильно. Как вас зовут? Мария. Мария, поздравьте с праздником, Хлебин. Дорогие хлебинцы, мы люди не местные, но уже очень полюбили это село. С праздником вас! С Днем Победы! Откуда вы к нам приехали? Мы переехали из Воронежской области. Мы вас поздравляем, это вам на память. Представьте, как тебя зовут? Кирьян. Кирьян. Поздравь, а то ты только представляешься сегодня. Поздравь, Хлебин. С Днем Победы, Хлебин. Молодец, коротко и ясно. Держи подарок. Как зовут? Анастасия. Настя, откуда? Из Хлебного. Поздравляй, хлебинца. С Днем Победы. И все, больше ничего не знаешь. Здоровья пожелай, радости. Здоровья, счастья. Здоровья, счастья. Здоровья, счастья и любви. Хорошо, с праздником. Молодцы, продолжаем танцевать. Дышать так роскошной одежды на столах вообще нисколько, а на сердце горько. Не спасают чужие сказки, купленные ласки, только в сердце отыщешь рай. Зажигай я. Thank you.
падишах, черный бархат. Небо раскрывает тонкие звезды, а ты прячешь слезы. Шаг, шаг, падишах, изумрудный свет. Море ничего твой дворец не значит, если сердце плачет. Мне помогут чужие сказки, купленные ласки. Только в сердце отыщешь рай, зажигая мне Шахерезада. Сказ не будет, не надо зло. Нет на свете дороже клада, чем любовь. Любовь я мне Шахерезада. Сказ не будет, не надо зло. Нет на свете дороже клада. Эту замечательную песню, а мы продолжаем раздавать призы. У меня в руках георгиевская ленточка. Что означает черный цвет?
Порох, кто первый сказал? Иди сюда. Так. Что означает оранжевый цвет? Огонь. Так, вот этот мальчик сказал первый. Иди сюда. Иди сюда. Как зовут тебя, мой дорогой? Меня зовут Коля. Николай, поздравим Хлевин. Уважаемые хлевинцы, поздравляю вас с Днем Победы. Как вас зовут? Илья. Илья, поздравим. С праздником, хлевинцы. Молодец. Получите георгиевские ленточки от Наташи. И вот эти ежедневники на память. По ежедневнику вам. С праздником вас. Танцуйте, продолжайте. Пришла война в рассвете дня. Спустился гнев на землю Божий. И встал солдат, взял автомат и прошептал: помилуй, Боже. Жене сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди, ты жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны, и все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Ушел солдат, судьбы на бат, она все ждет и просит Бога. Он обещал, он не умрет, хоть нелегка его дорога. Жене сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди, ты жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны, и все мы умираем за общий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Ты только жди, ты жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны, и все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтобы нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Молись сильней, чтобы нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Молись сильней. С праздником, с Днем Победы всех!